Межведомственное совещание прошло под председательством депутата Сергея Кривоносова. В Госдуме он курирует и направление туризма. По нашей инициативе была создана Ассоциация экономического взаимодействия регионов Российской Федерации, Союз развития туризма Российской Федерации. Учредителями этой структуры выступили 10 регионов нашей страны, включая, естественно, Краснодарский край. По сути дела, губернаторы этих субъектов доверили нам помогать департаментам по туризму регионов развивать туризм. В совещании также приняла участие министр курортов и туризма Краснодарского края. Светлана Балаева отметила, что прошлый год стал для региона рекордным по количеству отдыхающих. Мы показали абсолютный рекорд по приему туристов. Это 17 миллионов человек прибыло на территорию Краснодарского края. И больше 30% от этого турпотока принял наш флагманский курортный город, город Сочи. Что касается внешнего въездного потока, конечно, в этой части у нас есть большой потенциал, есть инфраструктура созданная. Интерес у края к странам Ближнего Востока и Европе. Туристам из Старого Света нравятся экскурсии и отдых в горах. Также Сочи и край в целом интересны Израилю, Индии, Китаю и Арабским Эмиратам. Регулярное сообщение Сочи и Дубай соединило в начале июня. За 3 месяца курорт принял 8,5 тысяч туристов из Эмиратов, которые потратили здесь 8 миллионов долларов. Сочи заинтересован в увеличении турпотока, поэтому министр курортов края попросила депутата Госдумы рассмотреть вопрос о безвизовом въезде резидентов этого государства. Также на совещании обсуждали развитие круизного сообщения. Опытом поделились коллеги из Санкт-Петербурга. Развитию морских перевозок планируют посвятить отдельное совещание. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.